Два дня назад этого котика микс с сиамским, наверное, подкинули хозяину, и она залезла в собачью кормушку и жрет что-нибудь, что-то. Тут три собачки, они ею играются. Are you playing with it? It's not a toy, Nico. Он играется с котенком, потому что ты думаешь, что игрушка. Он специально подходит, вот, чтобы ее по голове чесали. Ну, всего 3 месяца. Где-то так. Почеши его. I think more one or two. Да. Да, голубь, голубь. Ручной, домашний. Сейчас мы готовим квадроцикл поездки. На этом квадроцикле сейчас отправимся в путь. А, я нет? Нет, ну то есть 2 человека. А, ну да. Ты остаешься тут. Я понял. Оказывается, я остаюсь. Okay, with your hands, otherwise I hurt you. Okay. Okay. It's okay, of course. Mm-hmm. And then this here. Where's the button? Yeah. Yeah. Here? Okay. Uh-huh. Oh. And back. He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then как выглядит Ранчо Антонио с высоты горы. И дорога, которая выводит на трассу. Антонио вот с помощью этой трубочки и вот такого приспособления стреляет по голубям, по диким. Вот так берет. Итак. А? И все. И голубь к супу готов. Далекие дубы. Специальные дубы, на которых растут желуди для свиней, чтобы потом с их мяса делать хамон. И дорога, по которой нас Антонио привел на свое ранчо. На пикапике вот стоит белый пикап. А это ранчо Антонио, на котором мы уже задержались на сутки. Мирославка за рулем. Ну как ваше впечатление, девушка? Очень круто. Все очень круто. Я спускалась сверху. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle bop company bee. Boogie every night and wakes them
off the stingray in the early bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle pop company B. На обед у Антонио это супчик, здесь супчик, это картошечка, хлебчик нарезанный, курочка. Company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.